В Ненецком округе стартовала акция «Нашим рекам и озерам чистые берега», направленная на улучшение экологической обстановки на территории региона. Съемочная группа телеканала «Север» пообщалась на месте событий с участниками акции. Подробности в следующем сюжете. 15 июля, в день рождения Ненецкого округа, был дан старт ежегодной акции «Нашим рекам и озерам чистые берега». Ее участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега водоемов от грязи, мусора, а также отходов производства и потребления. Сегодняшнюю акцию я воспринимаю как наш подарок дню рождения округа. Сегодня 92 года со дня рождения округа. Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей, всех своих земляков с этой замечательной датой, пусть и не круглой. И считаю, что очень добрая и хорошая традиция собираться в этот день и прибирать свою родную территорию, свой родной город, приводить в порядок, чистить его от мусора. И поэтому с огромным удовольствием откликнулась на предложение принять участие в сегодняшнем экологическом десанте. Печора матушка, Печора кормилица. Именно с таким уважением и любовью издавна относились к реке Печоре люди, живущие на ее берегах. Вообще у нас есть такая сказительница Маримьяна Голубкова, у которой есть очень хорошая книга, называется «Река Печора». Так вот, мы предлагаем установить день реки Печора, чтобы он был общеокружным, чтобы он касался всех рек нашего Ненецкого автономного округа, чтобы мы могли в этот день думать об этой реке, заботиться о реке, это наша кормилица. Отсюда пошел наш Ненецкий автономный округ именно от реки Печора, и мы должны о ней заботиться, очищать ее берега в первую очередь. Жители Ненецкого автономного округа традиционно принимают участие в экологической акции. Так, в 2020 году на уборку водных объектов вышли 997 добровольцев. Они очистили порядка 68 километров берега и собрали 1077 мешков отходов. По итогам проведенной в 2020 году акции, Ненецкий округ занял 17 место из 85 субъектов Российской Федерации по доле участников экодесанта. В экологических акциях активное участие принимает молодежь. Вообще прекрасная акция субботников в честь дня основания округа. Мы прибираемся на берегу реки Печора, не первый раз принимая участие в этой акции. В целом, всем бы советовал, чем больше народу, тем меньше мусора. Чем чище, тем лучше жить. Чище природа, чище сам человек. К акции присоединяются организации и предприятия округа. Мероприятия по уборке береговой полосы от мусора в этом году будут проходить с 16 июля до середины сентября. Всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» проводится с 2014 года. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».